Долги по заработной плате в регионе с начала года сократились на 66 миллионов рублей. Об этом рассказал прокурор Ярославской области Дмитрий Попов. В ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие. Совместно с администрацией области удалось купить 230 квартир для детей-сирот. Защищали и права предпринимателей. Им вернули почти 350 миллионов рублей от должников. Задолженность по госконтрактам снизилась до 3 миллионов. Вместе с общественниками прокуроры следят и за состоянием дорог. За полгода выявлено 1300 нарушений в этой сфере. В суд направили 20 исков с требованием восстановить дорожное полотно. По итогам заседания выработан комплекс мер по улучшению надзорной деятельности. На особом контроле прокуратуры будет реализация нацпроектов. Прокурорами выявлено 22 тысячи нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования дисциплинарной ответственности привлечено 2500 лиц, 1000 административных. По материалам прокурорских проверок возбуждено порядка 130 уголовных дел.